Стадион все условия для того, чтобы и матч получился на таком. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Вашему вниманию. Тренер избрал схему с оттянутым форвардом. В свое время на этой позиции, ты, конечно, это хорошо помнишь, отлично играл и раскрылся Роберто Баджо. Стадион все условия для того, чтобы и матч получился на таком. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Вашему вниманию. Тренер избрал схему с оттянутым форвардом. В свое время на этой позиции, ты, конечно, это хорошо помнишь, отлично играл и раскрылся Роберто Баджо. Стадион все условия для того, чтобы и матч получился на таком. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Вашему вниманию. Тренер избрал схему с оттянутым форвардом. В свое время на этой позиции, ты, конечно, это хорошо помнишь, отлично играл и раскрылся Роберто Баджо. Стадион все условия для того, чтобы и матч получился на таком. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Вашему вниманию. Тренер избрал схему с оттянутым форвардом. В свое время на этой позиции, ты, конечно, это хорошо помнишь, отлично играл и раскрылся Роберто Баджо. Стадион все условия для того, чтобы и матч получился на таком. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Вашему вниманию. Тренер избрал схему с оттянутым форвардом. В свое время на этой позиции, ты, конечно, это хорошо помнишь, отлично играл и раскрылся Роберто Баджо. Стадион все условия для того, чтобы и матч получился на таком. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Вашему вниманию. Тренер избрал схему с оттянутым форвардом. В свое время на этой позиции, ты, конечно, это хорошо помнишь, отлично играл и раскрылся Роберто Баджо. Стадион все условия для того, чтобы и матч получился на таком. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Вашему вниманию. Тренер избрал схему с оттянутым форвардом. В свое время на этой позиции, ты, конечно, это хорошо помнишь, отлично играл и раскрылся Роберто Баджо. Стадион все условия для того, чтобы и матч получился на таком. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Вашему вниманию. Тренер избрал схему с оттянутым форвардом. В свое время на этой позиции, ты, конечно, это хорошо помнишь, отлично играл и раскрылся Роберто Баджо. Переходят они в атаку. Бей и выводи команду вперед! Но нет, так просто вратаря не пробить. Нужно что-то более серьезное ему было исполнить. Да уж, момент-то мог стать очень опасным, но он пробил так, что вратарь без особых... Вашему вниманию.
Тренер избрал схему с оттянутым форвардом. В свое время на этой позиции, ты, конечно, это хорошо помнишь, отлично играл и раскрылся Роберто Баджо. Стадион все условия для того, чтобы и матч получился на таком. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Вашему вниманию. Тренер избрал схему с оттянутым форвардом. В свое время на этой позиции, ты, конечно, это хорошо помнишь, отлично играл и раскрылся Роберто Баджо. Стадион все условия для того, чтобы и матч получился на таком. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Вашему вниманию. Тренер избрал схему с оттянутым форвардом. В свое время на этой позиции, ты, конечно, это хорошо помнишь, отлично играл и раскрылся Роберто Баджо. Стадион все условия для того, чтобы и матч получился на таком. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Переходят они в атаку. Бей и выводи команду вперед! Но нет, так просто вратаря не пробить. Нужно что-то более серьезное ему было исполнить. Да уж, момент-то мог стать очень опасным. Но он пробил так, что вратарь без особых... Вашему вниманию. Тренер избрал схему с оттянутым форвардом. В свое время на этой позиции, ты, конечно, это хорошо помнишь, отлично играл и раскрылся Роберто Баджо. Стадион все условия для того, чтобы и матч получился на таком. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Вашему вниманию. Тренер избрал схему с оттянутым форвардом. В свое время на этой позиции, ты, конечно, это хорошо помнишь, отлично играл и раскрылся Роберто Баджо. Стадион все условия для того, чтобы и матч получился на таком. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Вашему вниманию. Тренер избрал схему с оттянутым форвардом. В свое время на этой позиции, ты, конечно, это хорошо помнишь, отлично играл и раскрылся Роберто Баджо. Стадион все условия для того, чтобы и матч получился на таком. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Вашему вниманию. Тренер избрал схему с оттянутым форвардом. В свое время на этой позиции...